быстро заберу. Что я в этом сезоне вообще останусь без мотоцикла? Второе поколение. Вот кто владеет BMW? Напишите, стоит ли? Ну что, третье поколение или все-таки второе? Ну что? Друзья, всем привет. Сегодня очень приважные новости. Плюс к тому, я еще прокатился сегодня до BMW S1000RR черного цвета. Второй generation. Эти вон жрут, как всегда, Макдональдса. Street Rider, друзья, жив. Вот его аккаунт. Вот, смотрите. Он уже начал выкладывать фотки в Инстаграме. Смотрите это видео внимательно, потому что я вам расскажу еще кое-какую важную новость, связанную с Ютубом. Всем приятного просмотра. Не забывайте там комментарии написать, как вы думаете, он точно вернется или это какой-то рофл, может его взломали. Знаете, просто жрут и жрут. Что такое, Ромео? Мои. Да, мои. Все, не кушайте много, потому что сейчас лето и нужно худеть. Всем приятного просмотра. Погнали. Передаю привет страдалеру. Да, пацаны, ой, бля, я чуть не завалился. Аккуратно, хорошо, аккуратно, да, буду. Аккуратно, брат. Да, давай. Спасибо, спасибо. Давай, давай. Ну вот, Street Rider мне написал в Инстаграме. Он жив. А сейчас я поеду встречусь со своим другом. Прокачусь на бэхе. На литровой. Почему он не выходил на связь? Ну, видимо, он хотел отдохнуть. Он, наверное, просто устал немножко, отдохнул, и сейчас с новыми силами начнет бомбить контентище. У меня для вас небольшой сюрприз. Подписывайтесь на канал Street Rider, ссылочка в описании. Совсем скоро будет новое видео. И вы просто обалдеете, что это будет. Это будет бомба. Это будет бомба, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. Я давно хотел прокатиться на BMW второго или третьего поколения. Вам уже, наверное, надоело слушать, что я свой мотоцикл практически продал. Конечно же, в будущем будет много видео, где все-таки этот мотоцикл будет, поэтому не задавайтесь вопросом, ты его продал, не продал. Но совсем скоро за ним приезжает, и будет видео, конечно, о том, как я его продал. И вот я до сих пор не могу определиться, какой бы мне мотоцикл купить. Может, я в этом сезоне вообще останусь без мотоцикла. Поэтому было бы очень любезно, если бы те, кто живут в Латвии, в Риге, давали бы мне мотоциклы на обзор, прокатиться. У меня есть Петров мотоцикл, вот он едет, кстати, с нами. И когда он будет на работе, я могу на нем кататься и запилить влоги. Просто мотоцикл, который я хочу, он стоит пока что очень дорого. И я не накопил столько денег, сколько мне нужно. Нифига себе он гоняет на этом BMW. Погода просто огонь. Немножко погоняли с BMW. Вот как вы думаете, с каким видео вернется Street Rider? Я вам не скажу конкретный день, вот что он делает. То, что он вернется, это точно. Странный чел. Очень странный. Пишите в комментариях. Встретимся с моим другом, который приехал издалека. Я наконец-то смогу понять, BMW это good или BMW это не good. Ну вот он, вот он. Здорово! Как ты, как приехал? Хорошо, да? Ну да, мы это, как всегда, опоздали. Куда потом поедешь? Ego, I'm a taker, shaker. Yeah, she was a born shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Something like a rose when we came out there. We settled facts like Da Vinci. I'm breaking codes, so breaking backs. Come on, get your ass up if you're slipping. Put another smile like it was the last Christmas. Yeah. Put your hands in the air, we'll be alright. That's right. You keep messing up my mind, but I love your style. Вот они, два красавчика. 15-й год, 13-й год. Второе поколение, третье поколение. Космос, тоже космос. Давайте посмотрим визуально, что поменялось. Просто перестали
сторону. Лампы перестали, пластик перестали. Сразу хочу отметить, что мне не нравится в этом поколении, во втором именно, что здесь они как-то, ну, сделали незаконченный пластик. Видите? А здесь уже все красиво, обратите внимание. Подрамник, ну я это уже говорил, колхоз колхознейший. Могли бы что-то сделать покрасивее, пустить его вот так как-то. Ну, чтобы не видно было вот этого подрамника. Здесь электронная регулировка подвески. Квик-шифтер наверх и вниз. Говорят, что очуменная тема. Вот мне нравится, когда маятник, знаете, вот такой вот никелированный, блестящий. Не нравится, когда черный. Но это спорный вопрос, все спорят. Хочу обратить внимание на болтики. На каждом болтике написано BMW. Ну, это ясно, лопата там сзади висит. Что еще по мощности? Вроде они одинаковые, плюс-минус. Может, это чуть-чуть помощнее. На баке немного отличается пластик. Видите, здесь такая как накладочка. Здесь есть датчик угла наклона. Здесь есть круиз-контроль, который облегчает выполнять самые крутые трюки. Здесь этого всего нету. Вот кто владеет BMW, напишите, стоит ли переплачивать и брать все-таки третье поколение. Ну, конечно, расцветка здесь намного круче, мне черный вообще не нравится. Вот в реале большое различие между вторым и третьим поколением. Я просто не знаю, когда мне вот Евгений соизволит дать свой мотоцикл прокатиться. Вот Инстаграм Евгения, напишите ему, дай Хантеру мотоцикл прокатиться. Он его недавно купил. Дай прокатиться, пишите ему, там спамьте, чтобы он мне дал прокатиться. Вот мой кореш дал мне прокатиться, правда, он скоро уезжает на этом черном красавчике. Куда уезжает, не знаю. Вот что здесь за тюнячки, видите, карбон, 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 карбон. Aero выхлоп, просто обалденно стреляет. Мне Евгений сказал, что все BMW стреляют. Такой примерно стоит, ну, начиная от 8 тысяч. Этот уже, наверное, начиная от 12, самый дешевый, 11 тысяч евро. Евро, припец, космос, понимаете? Это сколько денег? А сезон всего лишь 4-3 месяца у нас. Но это один из самых безопасных мотоциклов, как говорят, даже для новичка. Правда, новички-то разные бывают, с опытом вождения автомобиля и так далее. Это уже нужно смотреть индивидуально. Насчет ручки газа. Здесь вот электронный газ, видите? Тю-тю-тю. А здесь еще олдскульный тросиковый. Говорят вот некоторые, что типа тросиковый лучше, чем электронный. А что за тормоза? О, вот тормоза, говорят, отличные. Не знаю, когда это будет, у меня BMW или не будет. Вот, я еще нашел различие по пластику. Задний хвост, смотрите. Кстати, задний хвост вот на этой версии мне нравится больше. Вот только не хватает вот этой РР. Было бы четенько. Вот здесь поставили бы еще РР. Вообще огонь можно поставить за оглушку. Пацаны заметили очень важную вещь. О, ворчун заворчал опять там, слышал? Вот здесь нету BMW на каждом болтике. Нету. И вот еще отличается по пластику. Видите, такие спойлеры? Красиво. Мне вообще нравится дизайн BMW. Здесь уже такой удлиненный, видите? Здесь на каждом болтике есть BMW. Я сейчас просто прокачусь. Поеду я аккуратно, потому что мотоцикл не мой, стоит он кучу денег. Ему дам свой мотоцикл. Он, может, пару слов потом скажет о моем мотоцикле. Ну все, погнали. Первый раз сажусь на BMW. Первый раз. На второй generation. Так. Посадка высокая. Мне это нравится. Вроде пока удобно. Смотрите, какая красивая панелька. Ой, с дальним светом. Так, заводим обычно, да? Офигенно. Горит что-то АПС. Это нормально, да? И трекшн. И что это такое? Ну, вы знаете, что... Ой, какое сцепление тугое. Что к любому мотоциклу нужно привыкать. Кстати, вот у него блинкер. Кто не знает, что такое блинкер, загуглите, а кто знаете, напишите. Не знаю, по посадке, по массивности, вроде, ну, чуть-чуть больше, и все. А, наверх не надо же сцепление выжимать, тут квикшифтер, вниз только. Охренеть, как легко переключается. Я просто в офиге. Пацаны, инстаграм моего кореша будет в описании под видео. Подписывайтесь. Я всегда говорил, что Жиксеру не хватает трекшн-контроля, АБС-а. Здесь это все есть. Бэхи, бэхи правят этим миром, да? А, я задний тормоз что-то поджимаю, у него не тормозится, я же забываю, что комбинирую. О, блин, нифига себе. Охренеть просто. Как он едет, о май гад. И тормоза четкие, как и говорили. Круиз
круиз-контроль. Довольно неплохая тема. О, здорово. Мы еще потеряли Петрова. Сейчас поедем к морю. Покажем вам еще одно красивое место. Где там БМВ? БМВ последняя тащится, да, где-то? И кто там еще? Паша сзади. Окей. Это просто шик и блеск. В такую погодку прокатиться на БМВ, покайфовать с пацанами. Ну что, третье поколение или все-таки второе? Опа, джипы вывернул. Нормально. Нужно быть очень внимательным. На мой взгляд, этот мотоцикл более стабильный, чем все-таки мой Джиксер. Выхлоп у него громкий. Подвиньтесь, уважаемые. Я сюда заеду к пацанам. Всем, кто из Балдоса, огромный привет. Балдос — это Болдерай. Это как отдельная страна. Реально, все время хочу нажать задний тормоз, а его нету. Вот я, ну, нейтралка хорошо включается. Так, сейчас нам направо. О, поворотники. А где поворотники? А, вот поворотники. Говорят, что поворотники сами выключаются, типа. Круто? Или так? А, иди ты. Ага. А что это? Обогрев ручек? А. Нормально газует. Не знаю, что он назвал. Здесь обогрев ручек еще есть. Прикиньте. Уже в стоке. Ой, я нажал обогрев ручек. И сразу тепленько стало. Опа, опа, опа. Стоять, дядя. Блин, как он ездит все-таки кайфово. По подвеске, например, жесткость. Ну, то же самое, что у всех спортов плюс-минус. О-хо-хо, вот это стреляет круто, да? Посмотрите, такой интересный эмоций. О-хо-хо, огонь! У Джиксера самый топовый выхлоп. Че, рыбалочка, тут все дела. Я бы себе хотел такой мотоцикл. Конечно, стоит он бешеных денег. Но тут столько всего крутого. На нем так удобно ехать. А Петрова мы так и не нашли, я не знаю, где он. Он должен был ехать нам навстречу, он куда-то уехал. Бедняга. Вы знаете, у меня же был литр когда-то. И начинал я с литра. Может, подкопить денежку и все-таки как-то попробовать купить BMW? Вы же знаете, что я сейчас отдаю свой мотоцикл. А может, я уже его и продал к тому времени, как я выложил это видео. Вот у Евгена все время стреляет. А здесь вообще не стреляет. Знаете, многие там говорят, ABS, Traction Control, нафиг это нужно вообще все. А я считаю, что это очень крутые фишки, крутые навороты. Технологии идут вперед, а не назад. Зачем нам отказываться от этих технологий? Мне птица чуть не улетела в визор. Нужно выехать на трек, нужно обкатать такой мотоцикл, чтобы понять, что к чему. А так сесть, пару километров проехать, ну, конечно, ты не почувствуешь весь этот кайф мотоцикла. Вот мне кажется, ну, немножко вроде как-то его трясет больше на неровностях. А может, мне просто кажется. Конечно, никакого большого тест-драйва не получилось, я немного прокатился, потому что ему нужно уезжать дальше. Ну, в общем, BMW огонь. Здесь вот эти комбинированные тормоза. Я не понимаю немножко их. О, через песок, оп-оп, проехал нормально. Очки аж чуть не упали. И вот здесь вот станем красивенько. Ну что? Honda мотоцикл и BMW мотоцикл. Что, Honda и BMW? А Suzuki не очень, да? Нет. I just took to 30s, now I'm in my zone. Are you really here for me? I don't know. Are you really here for me? I don't know. Are you really here for me? I don't know. Are you really here for me? I don't know. Вот море, друзья, вот оно. А, свежий прибалтийский воздух, солнце. Все, друзья,
пожелаем удачного пути нашему другу, скажем ему спасибо за этот шикарный BMW. Всем отличного дня, отличного настроения. Всем спасибо. Всем пока.